Дорогие друзья, меня зовут Антонина, приветствую вас на канале «Дачный сезон круглый год». В семенном магазине мне продавец семян посоветовала попробовать вырастить томаты «Загадка». Говорит, что вот много лет уже сажает, очень довольна, очень урожайная, вкусная, красивая. Ну, один из самых достойных сортов. И вот я приобрела эти семена, вырастила рассаду и сегодня собираю поспевшие плоды. Да, сорт действительно интересный. Сорт ранний-средний, урожайный. Томаты круглоовальные немножко, чуть-чуть приплюснутые, без носика, чисто красный, такой насыщенный красный цвет. Предназначен для выращивания в открытом грунте. Высотой вырастают где-то до 70-60 сантиметров. То есть сорт можно не подвязывать, не посынковать. Но, как видите, от обилия томатов эти кусты раскладываются по земле. Поэтому смотрите сами. Можно эти, конечно, кусты и подвязывать. Томаты плотные, ровные. Весом где-то 120-150 грамм. Мясистые, вкусные. Чуть позже покажу в разрезе. В этом году очень неблагоприятные условия для выращивания томатов из-за огромного количества дождей, которые шли 2 месяца ежедневно. А теперь пошла жара, вот в августе у нас плюс 36, вот вчера было плюс 37, 33. Помидоры, конечно, горят на солнце. И специально для этого немножко оставляла сорняки, чтобы хоть как-то притенить помидоры от палящего этого солнца. Назначение сорта томатов «Загадка» универсально. Их можно употреблять как в свежем виде, в салатах. Также они пригодны для консервирования и даже для засолки. Томат, как вы видите, высокоурожайный, красивый на вид, равномерные такие томатики. Сравнительно устойчив к заболеваниям, так как листья, как видите, поражены болезнями, но сами томаты, вот только из-за того, что вот солнце их погорели на солнце, а так, в принципе, томаты хорошо устойчивы к болезням. Плодоношение сравнительно дружное. Вот сегодня пройду, соберу томаты, и фактически на кустах останутся единичные плоды. То есть можно одноразово собирать их, или там, например, за 2 подхода. Где-то с куста в основном дают 2-2,5 килограмма. Можно собирать свои семена, потому что это сорт. Так что сортом я вполне довольна. Буду ли я оставлять семена? Буду оставлять. Буду ли я выращивать этот томат? Да, конечно, я еще буду выращивать. Буду, конечно, сравнивать его с другими сортами. Ну вот первая проба мне понравилась. Томат хороший. Посмотрите, вот собрала, у меня там было буквально 6 или 7 кустиков. Вот собрала такую большую, это там двухведерная корзина. Посмотрим томат «Загадка» в разрезе. Один разрежу поперек. Смотрите, и мякоть есть, и сок есть. Семена довольно крупные. Ну и можно сказать, что практически нет белого пятна у плодоножки, что очень ценно. Красивый сорт, такой аппетитный. Попробуем его. Вкус простоват. Такой насыщенности нет. Просто чисто, так сказать, технический сорт томата. Вот такие мои выводы. На сок, наверное, хорошо. На пасту томатную тоже неплохо. В салат я бы не стала его крошить. Вот такие дела. Сорт томата «Загадка». Всем вам желаю урожайных грядок. Всем пока-пока. Всем удачи. Пишите в комментариях, выращивали ли вы томат «Загадка» и как он вам показался.